Сегодня в роскошных интерьерах дома Смирнова проходит самая престижная премия в области красоты. Журнал Marie Claire проводит ежегодную церемонию награждения Prix d'Excellence de la Beauté. Мероприятие обещает быть звездным, а самое главное, мы узнаем, какие бьюти-новинки достойны звания лучших из лучших. Добрый вечер, дорогие друзья! 20 лет Marie Claire в России, и сегодня это маленькая часть большого праздника. Или наоборот, сегодня герои – это те бренды, те марки, те продукты, которые будут награждены. Как вручается премия, за какие достижения? За инновационность. Это обязательно должно быть средство или технология, которая еще не существовала до сих пор. Во-вторых, это средство должно быть приятным, потому что косметика – это все равно удовольствие. В-третьих, это средство должно быть доступно всем. На сегодняшний день бренд Marie Claire – это большой интересный сайт, это множество приложений, это самые разнообразные события, мероприятия и проекты, в том числе и такой, как сегодня, Prix d'Excellence de la Beauté. Это один из немногих глянцевых журналов, который публикует очень интересные исследования, статьи, тенденции всякие, не только модные, но и человеческие, как лайфстайл и какие-то новые жизненные даже веяния. Этот год для нас юбилейный, 20 лет, и хочу сказать, что, наверное, не случайно мы собрались в таком историческом месте, историческом особняке, потому что и для нас это год исторический. И я думаю, что начать его с премии Prix d'Excellence de la Beauté – это особенная веха, и сегодня будет особенный вечер. Поздравляю замечательный журнал Marie Claire с 20-летием. Я желаю всем сотрудникам этого журнала здоровья и счастья. И, конечно же, я желаю этому журналу оставаться нужным и современным для нашей жизни. Переходим к церемонии награждения. Первый победитель – это сразу два продукта, заслуживающие признания международного жюри. Один преображает, а второй защищает красоту. Что же это? Помада Rouge Coco Stilo и крем La Solution Du Chanel. Я действительно знаю эту помаду, и мне она нравится. Для меня это, например, какое-то средство, когда нужно собраться на церемонию за 7 минут, а не за 15, как обычно. Красная помада всегда меня в этом выручает. Каждый день мы создаем мечту. И благодаря журналу Marie Claire у наших клиентов есть возможность узнать об этой мечте, прикоснуться к ней, стать ее обладателем. Спасибо вам большое. Дорогие Marie Claire, вы прекрасны, я ваш давний друг, и, надеюсь, вы мой тоже. Я вас поздравляю, я вам желаю в столь юном возрасте с каждым годом быть мудрее, прекраснее и интереснее. Поздравляю. Далее у нас снова приз международного жюри. Итак, это два новых средства в легендарной линии Advanced Night Repair. Estée Lauder. Аплодисменты, друзья! Компания «Сваровские готовые изделия» также отметила заслугу бьюти-продуктов Estée Lauder и учредила специальную премию под названием «Все грани красоты».
получили награду сегодня за инновации в области ухода за кожей. Более того, мы получили сразу же за 3 продукта. Мы очень счастливы. Сегодня получают заслуги очень известные марки за те свои гениальные произведения, гениальные достижения, которые они имеют за прошедший год. И здесь мы говорим о том, что эта премия «Prix d'Excellence de la Beauté» уже 12 раз вручается самым продвинутым решением. Этот журнал дает достаточно хороший обзор всего того, что происходит на рынке, причем для самой разной аудитории. На рынке в индустрии моды, в индустрии красоты, в индустрии вообще всего происходящего. Кстати, книжные обзоры там бывают вполне удачные. Стойкий тональный крем. Синхро Скин. Шисейда. Мы благодарны за то, что жюри оценило разработку Шисейда, и мы получили столь высокий приз. Дорогой журнал Marie Claire, процветай, радуй, делай интересные новости, радуй нас новинками, интересных предложений вам, интересных читателей, таких же красивых, как сегодня девушки на этом мероприятии. Спасибо, что вы есть. Лишь брошенный мельком взгляд может поразить сердце, словно меткий выстрел, сделанный из-под ресниц, о красоте которых заботится как раз следующий победитель Prix d'Excellence de la Beauté 2017. Итак, тушь для ресниц Pro Beyond Twisted Lash. Мак! Дорогой прекрасный журнал Marie Claire, мы с вами, и, пожалуйста, будьте для нас ориентиром. Мы ждем от вас новых тенденций, новинок, мы ориентируемся на вас. А вам долголетия в России и в мире. Ну, а у нас на очереди следующий приз, и международное жюри по достоинству оценило данного победителя Prix d'Excellence de la Beauté. Победитель. Отшелушивающая маска Scrub and Mask. Филарга. С журналом Marie Claire нас связывает долгая, длительная дружба. Можно сказать, что у нас роман длиною в жизнь. Поэтому я желаю ему как можно больше успехов на рынке и стать самым-самым-самым лучшим и первым. И следующий приз заслуженно достается продукту, который заботится о волосах. Чудесная линия для волос Фитоденсия Фито. Аплодисменты, друзья, победителю! Получили премию за продукцию для волос. Это марка Фито. Продукция называется Фитоденсия. И это наша особенная гордость, потому что продукт буквально существует на рынке несколько месяцев. За такой короткий срок мы добились огромного, я считаю, успеха, потому что премия любимого журнала Marie Claire, тем более в юбилейный год, это дорогого стоит. Пришло время рассказать вам о результатах голосования и выбора российского жюри. Итак, первый приз российского жюри. И кому же он достается, Анастасия? Говорите скорее. Матовой помаде Rouge Dior Matte Dior. В
прекрасная помада – это то, что помогает нам завоевывать новые вершины. Поэтому я от души поздравляю прекрасную, замечательную помаду Rouge Dior Matte. Спасибо большое, Dior, что вы любите женщин. С уважением отношусь к вашему изданию. При возможности его пролистываю, иногда и прочитываю, какое что-то беру себе на вооружение. Ну, желаю вам дальше процветать. Тоже следующий победитель. Energy TV Lancome. Вау! Аплодисменты, друзья! Мне кажется, что Lancome знает секрет молодости, сияния, свежести. И за это огромное вам спасибо. Заряжайтесь энергией. Хорошего всем вечера. И огромное спасибо Мари Клэр за награду. Я хочу пожелать как можно больше читателей, конечно же, самых добрых, классных интервью, и чтобы все люди знали о всех новинках именно от вас. Мы выходим на финишную прямую с очень красивым брендом, с очень интересной концепцией. Итак, это маленький набор супергероев. Набор My Super Tips Guerlain. Команда Мари Клэр, большое спасибо, потому что вы делаете праздник, делаете красоту. Большое спасибо, дорогие гости, что вы с нами много лет. А сейчас, пожалуйста, очень прошу, аплодисменты российскому жюри. Я искренне желаю журналу Мари Клэр быть такими же полезными, такими же модными. И я считаю, что все женщины Москвы с удовольствием читают Мари Клэр. Поздравляю!